Ну а завершит сегодняшний выпуск блок спортивных новостей. Несмотря на отнюдь не весеннюю погоду, в субботний день на Ямальскую лыжню вышло более 200 спортсменов и просто любителей этого вида отдыха. Участников и зрителей гонки ждали подарки и призы, а также полевая кухня с горячим чаем. Обильный, непрекращающийся снегопад создавал определенные трудности спортсменам, но организаторы турнира подошли к капризам погоды во всеоружие. И поэтому праздник активного отдыха и здорового образа жизни подарил его участникам яркие эмоции и хорошее настроение.